Какое утро чудесное у нас. И солнышко вот-вот выйдет. И снежочек. Сегодня снег шел под утро. Просто потрясающе. Зима выходит, конечно. Тает все. Снег этот, который выпал, уже растаял. Но ощущения эмоциональные просто потрясающие. Супер. Наша там ласточка. Вакаха здесь впервые, поэтому он ходит, вынюхивает, не торопится. Здесь уже вот коттеджи. Сейчас как раз и посмотрим. Короче, мы вот в этом лесочке, где обычно гуляем, только пошли, где коттеджи. Здесь просто никого. Посмотрите, можно кусок леса купить. Как мне нравится это место. Ну вот кто-то тоже уже отгородился, дом поставил двухэтажный. Не этот ли дом продают? Но ценник здесь высоченный, я смотрела объявление. Это вот по дороге в Звездный. Видите, какое домище. Нет, этот точно не продается. Уже выстроил человек и живет вовсю. Шторы висят. Невероятно, да? Птички поют. Живешь тут в коттедже. И природа такая. Вот, смотрите. У кого есть сразу возможность, они сразу делают как надо и живут. А много-много земли еще, которая не продана здесь. Ну и для продажи тоже делают, продают. Там улица еще есть аналогичная. Это я в самую такую дальнюю зашла, где еще очень много непроданного. Это Полиная улица называется. Да, хотя тут одни сосны, елки. Вот этот дом, он точно продается. Я его уже видела в объявлении. Мне хочется окна все-таки иметь. Сейчас есть возможность. А этот напоминает какой-то импортный балок. У меня папа нефтяник работал в таких. Но жить здесь, в лесу, это просто мечта, конечно. Личная моя. Красота. Вакаха такой довольный. Представляете, вот такой дом должен быть для меня. Так. Вот обычный квадрат. Два этажа, лесенка. И одни окна практически. Вот это я понимаю. Не знаю, что это такое на заборе вон. Мелкие такие огонечки, как будто горят. Или это дырочки с той стороны. Витражное стекло. Красиво так огоньком горят. Просто невероятно. Видно вам или нет, друзья? Смотрите. Огонечки. Очень красиво такой. Интересный вариант. Здесь такие рейлинги, они сделаны как жалюзи под наклоном. Люди живут, видно, что отапливаемое помещение уже. Ой, красота. Надеюсь, мы тут никому не помешали. Но в конце, вот здесь, в тупиковой улице, жить просто красота. Во-первых, основного потока здесь не будет людей. И всегда такая камерность есть. Я люблю это. Просто очень. Тем более ездят все на машинах. По-другому тут не доберешься. Вот и здесь прям, смотрите, очень много домов. Готовых уже
Причем все разные и все такие классные. И прямо вот они, площади, пожалуйста, свободные, покупайте. Ай, мой красавчик. Мама тебя сейчас сфотографирует. Шарится все вдоль заборов красивых таких домов. Ну, этот вообще красивенько. Красиво расположен. Немножко по диагонали. Просто прелесть. Здесь лесочек, в котором мы всегда гуляем. И дальше там много места, дорог всяких. Можно на зимних мотоциклах кататься. Просто класс. Дом такой невероятный. И веранда у них тут еще. И забор. Вот я люблю такие заборы, чтобы не плотником, а все-таки было видно. Не потому, что мне интересно заглядывать. А мне кажется, это правильно. Смотрится оригинальней. Да и вообще здорово. Не знаю, у меня нет такого вот закрыться от всех наглухо. Я наоборот люблю полупрозрачные заборы. Тем более кусок леса, так или иначе, он все равно лес. Кто тут будет ходить? Это же не город. Так, соседи, с которыми также будешь знакомы, общаться. Птички поют, солнышко играет, снежок, остатки. Сейчас они быстренько растают на деревьях. Все, весна уже конкретная у нас. Москвичи все стонут, не знаю, у нас весна. Снег — это так, снегопад шел утром, пролетела тучка и все. Да, и моя собака, дай пять. Что-то вынюхивает меня, эта собака меня. И полижет, такой нежненький стал после болезни особенно. Он приболел же, у нас тут была мягкая народ, как-то не в курсе. Все само вышло, но мальчик такой стал, такой нежненький, заботливый какой-то такой. Видимо, это взаимно. Ну что, поехали домой? Да? Хороший такой. Выкусай. Пить хочешь, наверное, да? Ты снежок еще поешь? Вот. Снежок кушай. Снежок-то попей. Чистенько тут. Для него вперед это повыше встать. А, в оках. Ну, пойдем. В лес-то не пройти здесь. Пойдем дальше в лес. Пойдем, можем еще погулять. Сейчас стало тепло, ветра нет. Но такой небольшой. Комфортно, в общем-то. Пойдем, на солнце вообще тепло. Тенечки, конечно. Солнце очень активное. Сейчас у нас минус 1 градус, завтра плюс 1, а уже на последующий, да, плюс 6. Это значит, все-все активно будет таять. Смотрите, снег капает, огонечками такими светится. Красота, красота. В оках. Пить хочет постоянно, а тут такой наст. Сейчас лед ломал лапками и пил. Вышли мы на дорожку. Ой, красавчик, Вака. Вака, ты красавчик. Там люк был, иди сюда давай. Пойдем.
Завяз. Вот так, вперед. Вперед, вперед. Пошли. Да скорей. Все, он, короче, не хочет никуда. Шарится, короче, ему надо теперь по лесу. Кто там? Кто там? Кто там, Вага? Кого нашел? Белочка-то? Кто там, Белочка? Не знаю, никого не вижу. Кто там? Я вообще не вижу никого. Кто там, Вак? А, кто там? Кто там? Зверек какой-то? Тут запросто могут быть всякие зверьки. И белочки. Но я ни разу не видела белок. В Марийке видела. В горсаду видела, а здесь нет. Не знаю, кем заинтересовался у меня Вакай. Кто там, Вак? Зверечки всякие. Кто там, Вак? Ухани. Охотник, охотник. Ничего не скажешь. Первый раз он так... Смотрите, все выглядывает кого-то, высматривает, проверяет. Кто там, Вак? Мне, наверное, кто-то гулял. Чуешь что-то, да? Ну что, пойдем в лес.